А рядом с бассейном детская площадка. Так, я просто сейчас лежу, я потом еще раз сниму из другого ракурса. Сейчас я устал, сейчас уже вечер, начало 6-го. И я отдыхаю. А потом, когда отдохну, может быть, сниму с другого ракурса, чтобы показать весь бассейн с другой стороны. Это наше здание, апартамент, вернее, апарт-отель. Вот такой вот дворик задний. И вот это вот бассейн. Вот бассейн такой. Горочка, лягушатник и нормальный бассейн. Сегодня никого нет на бассейне рано утром, поэтому я решил пройтись и снять полностью весь бассейн и показать его в том объеме, в том размере, в каком он у нас здесь сделан, расположен. Здесь несколько входов. Вот тут и там впереди. Тут маленькие пузырьки. Так от джакузика запускают. Их можно регулировать. Ну как, они автоматически регулируются. Вот эти пузырьки. Вот. Шезлонгов куча. Так что места хватает абсолютно всем. В этом бассейне что утром, что днем, вечером особенно плескаются семьи с детьми, с мелкими. Тут классно вообще. А вот здесь, вот в этом лягушатнике, пузырьки от джакузи еще больше, еще круче. И вот наши апартаменты. Все пока еще спят. Классно. Класс. Сегодня будет просто суперский, офигительный день. Потому что на небе не облачко. Вчера мы гуляли по городу. Это 7, 8, 9 вечера было. Так вот в 7 было плюс 35. Это было в 7 утра, в 7 вечера. Ну, сейчас пока еще прохладно, хорошо. Сейчас пойду на море, посмотрю, как там. Может, чайку поймаю за хвост. Как я и обещал, вот я вам показываю бассейн. Вот тут что-то наподобие джакузи с лягушатником. Ну, лягушатник вон там. Вот. Вот такая вот вещь. Классная, обалденная. Фонтанчики. Водопадик, там вон джакузики встроенные, детская площадка. Бассейн после того, как его перестроили, стал просто суперским. Ну, мне что-то, блин, море нравится больше, чем бассейн. Это же не сильно. Это же не сильно.